Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И да, ребятки, вылезло мне вот такое только что предложение. Конечно же, скинчик покупать не будем, гема сейчас нету. Хотя, по идее, можно закинуть просто, но я что-то не очень хочу ради скинчиков. Как говорится, если один раз вылез, то вылезет и второй. Но это вот к чему, кстати, вот я сейчас говорю об этом скине, потому что это был очень редкий скин на Рави, который фиг достанешь, который был за ивент. И вообще, ну, эксклюзив, все дела, а тут бац, он вылазит за 550 гемов. Ну, как-то так себе это выглядит. Не знаю, почему так разработчики решили делать так доступными, так сказать. Очень сильно доступными делают скины. Опять же, вот, $4 и, ну ладно, $5, и у вас как бы 6 тысяч гемов, вы можете покупать все, что хотите. Зацените, а здесь он, вот он. То есть и этот скин висит до сих пор, и этот скин висит. То есть скины, я так понимаю, сейчас это не проблема вообще. Поэтому достать их в любом случае сможете, просто не спешите. Как говорится, когда-нибудь он вам вылезет, гемчики можно припасти. Ну, а мы сегодня будем прокачивать слона Фрэнка на 15 уровень, потому что завезли его в мане улучшения до конца вечера, до конца дня. Поэтому будем сегодня его и качать. Такие вот дела. Да, погнали, в общем, качать. Сейчас прокачаем его достаточно хорошо. Итак, что у нас вообще по Фрэнку? Кстати, там скидка пока что, ну, на Фрэнке меньше сейчас. С 14 по 15, 25% только всего лишь, если я не ошибаюсь. Ну, 5 от 25, это 25%. Нет, стоп, какие 25%? Это 20%. Что-то я не то хотел сказать. Ну, в общем, 20% скидка не такая уж и большая. Хотелось бы, конечно, побольше. Ну, что есть, то есть, чего уж нам. Терпим, живем. Скорее всего, дальше скидка будет побольше. Хотя, если посмотреть, тут 20%, те же, опять же, скидка. В общем, безвыходность, безвыходность. Некуда деваться нашему Фрэнку с этими модными скидками. А когда-то были и по 30% скидки. Хорошие времена, да. Но потом эти хорошие времена закончились. Наверное. Хотя давайте глянем быстренько 19 уровень, чисто ради интереса. Ради интереса. 240 тысяч, 320. Ну, слушайте, а тут вроде как бы неплохая скидка так-то, 80 тысяч. А 320 это как... Это 30%? Не-не-не, ошибся. Это 40... Стоп. Короче, ладно. 25% вроде скидка, если не ошибся. Да, 25%. Ну ладно. 30% все-таки не делают. Но хотя бы 25% тоже хорошо. В общем, погнали качать. Слоник уже становится 1200 плюс хпшечки. Не сахарати. Слоник Фрэнк. Сегодня будем на нем, я думаю, апать неплохой уровень. Кстати, вот эти вот атрибуты дальше мы тоже будем прокачивать, но уже в следующий раз. Как бы монетки не такие, знаете, быстро заканчиваются. Имеют свойства. У нас целых два атрибута на копье, которые мы вот так вот закинем, и все. Фулл Фрэнк на по копью уже на каком уровне? На 15. Ну, такое себе. То есть смысла брать вот этого нету. Боковые атрибуты тоже где-то тут смысла тоже брать нет. Но я уже, видимо, везде взялся. Ну, значит, дальше вот. А дальше, кстати, вот видите, атрибут на копье бесполезный. Та-дам. Печально, печально. Ну, 17 уровень Фрэнк, я думаю, можно это будет закончить, как минимум. Опять же, Фрэнка сейчас бустанули, как вы знаете. Не знаю, насколько сильно, правда. Ну, сейчас будем смотреть. Ну как, блин, я не тут спорку взял. Ё-моё, там сандали святого. Просто когда играл с игроками Каменс клана, там как бы на слоне нужна больше подвижности. И поэтому я решил взять сандали святого. Бак зелененький, нормально. Ну ладно, зелененький не страшно. Все-таки 1400 рейтинга это... Это что, подождите, 1600, да? Я перепутал золотым. Ох уж я. То неадекватный. Ну, в общем, будет тяжеловато, хотя слоник у нас сильный. Может, попробуем затащить. В общем, чё, как же слона усилили? Ну, на мой личный взгляд, он стал лучше притягивать, дальше притягивать. При этом это незаметно совсем. Лизе пофиг, жирафу пофиг, я золотую гранату как бы лутал. Ну ладно, на самом деле было не пофиг, я видел по Лизке, что она... Рядом стояла со мной, ну, чтобы залутать в радиусе, типа, в радиусе лута. Так, вижу дробовичок, надо бы его лутать и выходить на центр карты и убивать. Так, ой-ой-ой, ну, 17 уровень, Генри, что без команды, а? Так, Бака сейчас поубиваем, он уже понял, что тут ему так легко не победить. Блин, ну у меня команда остальная, видите, какие бесполезные. Блин, я аптечку не успел тыкнуть. Да е-мое. Они просто стоят, они просто... Спокойно, не бомбим. Поиграл, называется. Два бузера и больные неадекваты моей команде. Комбо! Комбо. Повезло. Повезло, как всегда. Неожиданно, но повезло. Ладно. Тут чего прям такого сложного нету в этом невезении. Как говорится, со стандарту. Давайте, кстати, заменим квестик. А то мне этот квестик на... Прекрасную штуку, которая называется «Улучши предмет». Улучши. Блин, постоять 25 секунд. Ё-моё. Ладно, давайте, кстати, заберем наградки. Красивенько же выглядит, а жетончики. Кап, кап. Ладно, погнали, здесь еще бой.
Слон прям нагибает, чувствуется. Угу. Соло против двух складов и абузер. Нормально, по стандарту. Ладно, мы сейчас, думаю, в этот раз сможем затащить, судя по тому, как распределили склады и где мы. Я надеюсь, у нас сейчас будет команда чуть посмышленней. Как же я на это надеюсь? Прошлый Генри мне очень понравился. Он такой, знаете, взял, залетел в склад и умер. Это было, конечно, красиво. Инструменты на Генри 12 уровня. А что же еще? А что же еще может быть на Генри 12 уровня-то, а? Действительно, что же может быть еще? Просто животное. Просто животное на Генри, слов нету. Никс наш уже ушел. Попробую Баку хотя бы попросить побегать со мной. Вот он, видите, животное. Так, добиваем красивенько. Попробуем с бачком отжать себе легендарную гранату, но... Да, бачок, не получится. Смирись. Это игроки на Никсах. Им нужнее, в любом случае. Ты это сам знаешь прекрасно. Бачок в тильт ушел, чувствую. Тильтанул. Ну, что поделать, бачок. Ты... Не переживай. Ну, моя команда. Классно, да? Они уже... Зацените, не притянул. Нормально, да? Даже анимация была сверху у него. Нас осталось двое здесь, чтобы вы понимали, против сквада. Против фулл сквада нас осталось только двое. А я не успел аптечку нажать, потому что у меня притяжка работала. Кстати, зацените, после смерти работает. Бесконечная притяжка. Нормальный такой буст, да? Ну и пришел, конечно же, в этот момент второй сквад. Два боя подряд, больные и неадекватные. Стандартненько. Как говорится, оценили силу Фрэнка на 15 уровне, чё. Не нравится мне вот, когда такое случается. Очень не нравится, потому что ты как бы заходишь посмотреть, насколько же персонаж слеет, тебя просто команда сливает. А если соло бой пойти, там задушат. И вот как? А никак. Нормального замеса до сих пор не было. Два боя прошло. Ну даже не то, чтобы нормальный замес, а тут даже не было замеса 5 на 5. Потому что твоя команда постоянно животные, которые разбегаются. Не, реально, вот команду ботов было бы идеально. Изи бустом 1600 рейтинга спокойно. Ну, их уровня хватило бы. Ладно, может не 1600, может 1400, но точно хватило бы. Прям за глаза. 100 раз было бы лучше, чем команда неадекватов. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Не, все-таки слона не усилили. Не показалось, значит. Ну, что поделать, ребятки. Извините, а? Сюда. Кайфовенько, да? Эх, был бы у меня Генри с новым скинчиком, сейчас бы залутали неплохо. Сейчас бы неплохо лутанули, но, к сожалению, Генри с новым скинчиком у меня нету, поэтому мы неплохо не лутаем. Конечно, все держат дистанцию против слона, что же еще против слона делать? А наши ребята не хотят к воде идти. Мне приходится действовать, ну, по-другому, более неадекватно. Постараться под ком... Третий Генри, зацените. 3 из 3. Как вам, а? Блин, а я сейчас ошибся. Я, короче, сборку не поменял. Ой, опять эти... Смотрите, опять эти неадекваты все умерли. Опять я один остался. Опять мне бегать соло. Пытаться что-то... 3 боя подряд. Генри больной. И команда неадекватов. 3 боя подряд. Ну как это работает? Еще и хитная одна. Заметьте, почти в каждом бою против меня 15 уровня. Какое-то странное совпадение прям. Матрица сбоит. Ладно, давайте сборку немножко заменим. Сандали с этого прекрасно заменим на что-нибудь другое. Не помню, что у меня там, кстати, стоял. Зубы вампира, вот, точно. Зубы вампира поставим. Так, сандали святого. Все, заменяем. И погнали. Зубами вампира у нас сейчас точно все получится. Я в этом уверен. Погнали, короче. Разваливать. Надеюсь, получится норм. Надеюсь. Зубы вампира эта штука такая полезная, на самом деле. Но... Когда у тебя команда животных? Бакс с кофем сейчас залутает все аптечки. Конечно же, хамелеон притянул. И у меня 2 никса. Которые даже не прыгнули залутать аптечки. А остальной москват разбежался. Вообще не реагирует. Вообще пофигу. И тут еще один сквад. Мне это уже нравится. Уже нравится. Не, слон Фрэнк лучше не стал, ребят. Я ошибся просто.
Просто ошибся, к сожалению. Вы уж извиняйте. Блин, я только что ни одним ударом не попал, чтобы вы понимали. Просто, чтобы вы понимали, ни одним ударом не попал. Просто оцените, что делает моя команда. Один стоит, вообще ничего не делает. Остальные тоже стоят, ничего не делают. Офигенная команда, просто 10 из 10. Никс просто стрельнул в луком, ни в кого не попал. Зацените просто, какая... 15-й Никс, если что. Смотрите эти больные, куда убежит. Вы видите, что происходит? Это четвертый бой подряд. Четвертый бой подряд. Вода даже не пьется. Я стою возле воды впритык. Не, ну а чё, зачем, да? У меня нет слов. Просто что происходит с этими больными животными? Откуда они такие повыбежали? Просто слов нету. Просто слов нету. Ну почему вот? Сколько? 4 команды подряд противников были адекватны. У меня 4 команды. Это... Вот это вот. Офигенный тест. Офигенный просто. Вот как понять, слон стал лучше или нет за прокачку уровня? Офигеть, просто слов нет. Ладно, погнали еще. Последний бой, последняя попытка. Пятый раз, мать его, мы заходим в командные бои, чтобы наконец-то попалась нормальная команда. Нет, а знаете, вот играешь себе спокойно, 4 боя подряд, 8 боев подряд, идеальные команды. Ну ладно, не идеальные, средние, да, там. Плюс-минус способные кнопки нажать. Потом заходишь 5 раз подряд, у тебя вот. Ну и что? Ну и как это вот? Как это можно описать словами? Что за долбанные подкрутки, а? Отдайте, ну! Это вот почему какой-то больной Генри очередной... Это пятый Генри, чтобы... Нет, ладно, четвертый, ошибся. В прошлом бою у нас был Тони больной. Но этот Генри хотя бы кнопки нажимает. Хотя бы. Ладно, фиг с ним, залутал и фиг с тобой. Так, этого мы залутать не смогли, сейчас Лизи. Видали, да, впритык практически. Ну а чё, а зачем? А зачем работать при тяжке впритык? Ну просто, ну же впритык же был, ну. А зачем работать? При тяжке так норм. Ну, кстати, у нас капибарка 14 уровень. Два крабика, 11, 10. Слушайте, а неплохая команда в этот раз. Ну, по крайней мере, по составу и по уровням тоже приемлемо. Не никсы все-таки 7 и 8 с одной гранатой, да? Хотя бы. Но опять же, сможем мы реализоваться с этой командой или нет, это мы узнаем уже не скоро. Ну как, точнее скоро. Осталось против нас два сквада. Сейчас бахнем немножко водички. И попробуем что-то с этим замутить. Ну, надеюсь, кто-нибудь очень дерзкий попытается на меня залететь. И тут мой выстрел с автоатакой с водички зарешает. Ну, посмотрим, как говорится. Как оно будет. Опять же, сандали святого не беру, зато чел на копибаре взял, кстати, сандали святого и ботинок. Два предмета на подвижность. На персонажа ближнего боя. Ну... Не, ну, конечно, ботинок бы я оставил, но я бы взял бинт. Если бы мне было... Хотя, да, бинт достать сложно, поэтому... Может быть, этот вариант и хорош. В общем, я уже не помню, чем я играю на копибаре, честно скажу. Ладно, давайте выкинем водичку, она нам будет чувствовать бесполезно. Попытаемся сейчас так затащить. Но пока что что-то не очень получается. Вообще не очень. Крабики решили мне подцепить. И мы сейчас все здесь умрет. Прекрасно, я завел на смерть наших крабов. Ну что я мог сказать? Я не ожидал, что нас этого льва увидеть. Ну, возможно, если бы со мной была остальная часть команды. Но... Но они просто впритык стояли и ничего не видят. Ладно, сам виноват. В этот раз сам виноват, ничего сказать не могу. Опять же, играть командно. Ну, крабики-то смогли увидеть, почему эти двое не смогли? Непонятно, ну, видимо, интеллект. Ладно, ребятки, как говорится, Генри с инструментами, Генри залутал легендарный дробовик, Генри убежал в кусты и стоял один. Командная игра максимального уровня сегодня у нас в командных боях присутствовала немножко. Ну и вот к чему это все привело. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Как вы думаете, повезет мне слон в следующий раз или нет? Как говорится, слон сегодня нереально везучий. Нереально тащит. Как говорится, ну, посмотрим силу в другой раз. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.